В день Святого Валентина отовсюду звучат слова любви и поздравления. Телеканал «Бобруйск 360» и радио «Зефир ФМ» тоже не остались в стороне в День всех влюбленных. Накануне «Самое сладкое радио» объявило о традиционном конкурсе среди слушателей. Нужно было всего лишь поделиться историей примирения, которая начиналась бы со слов «Чтобы помириться я». Кому достанется приз, романтический ужин в ресторане, решала администрация заведения. Наступил тот самый момент, когда мы готовы огласить имена победителей нашего конкурса, кто сегодня выигрывает романтический ужин в кафе «История». Только что руководство этого замечательного заведения сделало свой выбор, и я перехожу на страничку, проверяю условия, выполнен ли все правильно так, и... Собственно говоря, Татьяна и Дмитрий, которые прислали свою историю «Как помириться», вы становитесь сегодня обладателями сертификата и проведете прекрасно этот день, День Святого Валентина, в кафе «История». Счастливчики Дмитрий Ермолецкий и Татьяна Фещенко. Пара вместе уже почти 20 лет. День Святого Валентина проводят в теплой домашней обстановке без лишнего пафоса. Но в этот раз Татьяна решила попытать удачу и приняла участие в конкурсе своего любимого радио. Признается, идея была спонтанной. Никогда не принимала. Вот первый раз и все. А теперь буду. На ключевой вопрос, чтобы помириться я, Татьяна ответила, что представляет, будто поссорилась с мужем навсегда. И тот никогда больше не скажет ей ласковых слов, не подарит цветы и не принесет свежесваренный кофе. Татьяна к таким изменениям не готова и сразу идет обнимать любимого человека. Дмитрий полностью солидарен с женой. Говорит, нужно перестать обращать внимание на мелкие конфликты, которые зачастую перерастают в большие ссоры. Больше беседовать с друг другом и решать проблемы диалогом всегда, а не какими-то там эмоциональными поступками. Стараться как-то найти какой-то, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, консенсус. Находить выход из положения, не кидаться в крайности. Медиахолдинг «Бобруйское житё» присоединяется ко всем сказанным словам и поздравлениям. Мы желаем, чтобы в ваших сердцах всегда жила любовь. И, конечно, оставайтесь на волнах самого сладкого радио. Зефир ФМ радует своих слушателей каждый будний день. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Владимир Гребеневич. Итоги недели.